Однажды в темной сырой пещере, рядом с одним маленьким городом, жили три медведя. Фильм Скотта Купера. Каждый день медвежонок ходил в школу, а по вечерам возвращался домой и садился ужинать. Но как-то раз медвежонок вернулся домой, а папа-медведь, второй медвежонок, стали другими. Папа-медведь заболел, и его внутренности почернели. И лауреата Оскара Гильермо дель Торо. Папа-медведь стал еще злее и свирепее, потому что у них не было еды, не было мяса. Только они сами. Оленьи рога.